И всем доброго вечера. Смотрите, какая красота. Просто вообще. И начинаем видео Вроцлав вечерний. Теперь смотрите, кого мы увидели. Мы уже даже расстроились, что нету гномика. Мы думали, больше. Они уже спать пошли. Да. А они гномик-капитан. Гномик-капитан засел себе и сидит. Мы после прогулки на кораблике на чудесном Тумском острове. Мы уже выходим из него. И хотим, наверное, показать вам Вроцлав вечерний. Это, наверное, конечно, прежде всего площадь рынок будет. Так, Наташа там сзади прячется. Наклоняется на гномиком. Наклонилась, гномика приветствовали. Ну все, идем. Идем по красивому, очень-очень уже любимому Вроцлаву. За один день прям влюбились просто очень сильно. Красный мост. И идем на площадь рынок. Думаю, там будет очень круто и много огней. Не, народ, а тут как бы освещение вы видите, на самом деле тут темно. Темновато, мы вам так скажем. Мы ожидали, сейчас будет в фонарях, в таких ярких цветах. Тем более сегодня праздник. Вроцлавская площадь рынок. А нет, но все равно идем посмотрим, конечно, мы что вам обещали. Ну, собака прикольная, это радует. Собачка очень симпатичная даже. Но как бы сама, вот видите, домики, они сами темные. Честно, я ожидала, знаете чего, как эти вот фотки всякие с Рождества. Вот. С Рождества, там вот такое все яркое. Понятно, Наташа в ювелирку пошла. Ну давайте, да, кстати, в ювелирку тоже можно посмотреть. Давайте глянем, снимать-то можно. Здесь. Никто к ней убежит мне по голове клюку. Ну, покажу вам. Если что-то понравилось, цены делим на 4. Наташ, что там, что-то есть интересное? Красивые, забавные вкусы, кстати. Не только есть это, даже есть какие-то ароматы Freedom Air. Ну идем покажем, что тебе понравилось. Круг интересный. Нет, так интересно сделано. Ну, то есть просто еще в ювелирке можно залипнуть. Это интересно. Морожка, пирожка, вкусно. Закрученные сережки. А вот, это же это, да? Ну, конвали, как конвали? Ландыш, да? А, да. 239-359. А, это, наверное, вон это 359 кулончик. Сережки. Да, вон кулончик. А кулончик стоит 239, красиво. Мне понравилось. Здесь лаванда, вот такая серия, да? Лаванда, ты думаешь? Я думаю, сирень это все-таки. А, может, сирень. Что-то лаванда, может. Браслетики всякие. Так, ювелирочку мы с вами посмотрели, да? Ну, теперь пора бы и на площадь пройтись. Ну, что-то есть в огнях, но, честно, я думала, будет такая яркая, сияющая, что мы с вами попадем в Рождество, в какой-то Новый год. А это просто, ну, не знаю, кстати, наверное, почему? А что в этих домах может быть? Предположите, офисы, я не знаю, они вот, что они должны гореть, в принципе? Не знаю, но жить тут нереально, конечно. Ну, тут квартира будет стоить дорого, но жить, даже да, какая-то не тема вообще. Вот освещены рестораны, освещены кафешки. Ой, это вот какая-то штука по голове может прилететь. Ой, не прилетела, слава богу. Ну, давайте пройдемся хоть чуть-чуть. Вот такое у нас Вроцлав вечерний, ожидали большего. Ну чего, народ гуляет. Не, народ гуляет, я ожидала яркости света. Ну, не знаю, как бы вот этих домиков, таких какой-то иллюминации я ожидала. Белый налев, пьяная вишня. А, вон пьяная вишня, все, вот у нас следующая. Да, у нас и в Киеве, если во Львове. Белый налив, это это вишня. Да, популярные такие местечки, наливаечки, люди стоят. Ну да, короче, показываем вам всю правду жизни, какой он Вроцлав вечерний. Он человек работает, фонтанчик работает тоже. Вон дети распыляют. Интересный, такой шумный, люди ходят, все улыбаются, но нету иллюминации. Ну ладно, нету и нету, все. Оля, не плачь. Видишь, что вкусное сидят, кушают. Кстати, нам до отеля не так близко идти, минут 13, да? 13, 18. Вон жабка магазин, сейчас вам покажу. Это такие
маленькие, кстати, как грошери. У нас грошери, да, бакаля в Абу-Даби, в Дубае, да, как у нас в Эмиратах, тут называется жабка, чтобы перехватить, сбегать, купить. Вот. Европейский город, много велосипедов. Ну вот тусня, тусня начинается, да, прикольно. Ну вот то освещение, которое мы вам показали, когда начинали видео, когда мы нашли гномика, выходили с Тумского острова, там было реальное освещение такое. Красота. Сейчас просто в толпе людей гуляем с вами. Смотри, я смотрю, мы светить нечего. Все фонари, которые есть, они горят. А я, наверное, знаешь, думала, что домики будут обложены, как в этом, таким, знаете, вот фонариками, они будут гореть. Почему я так подумала, я не знаю вообще. Каракаб вечерний, помните, там такого не было. Ну, почему-то я решила, что просто это вот такая вот точно сказка, точно рождественская сказка, и точно будет светиться. А стрига чина на чешуа, рядом такой же, ну, как бы это, бабл. Коктейль-бар. Вот это витаминка, где мы были, а Баба Лав еще работает. Баба Лав работает. Народу полно. Витаминка мы зачем? Витаминка вкусная, там очень вкусные соки, очень вкусные десерты. Ну и доступные, в принципе. Да, теперь все эти пряничные домики смотрим в вечернем свете. Вот улочка, мы туда ныряли. Там находили гномов, когда вышли с витаминки. О, обменка работает, смотри, прямо вот здесь вот. Мы так искали, так искали. А мы чуть дальше прошли, но Эльжбету все равно посетили. Нам же туда и туда, да? Раз покажем сейчас. Не знаю, нам ну, домики такие спящие реально. Просто идем с вами, наслаждаемся всякими видами, людьми, как они одеты, теплой погодой. Вот сейчас бы еще вкусного попить какого-то лимонада холодного, вообще было бы наслаждение. Ну ладно, уже сегодня лимонадов пили много и всего. Вон, спасибо, шарики иллюминацию создают. Смотри, даже собор вообще не подсвечен никак. Ну да. Ой, это фонтан. Ну давайте фонтан посмотрим. А я такая думаю, что это еще за вот такое фонтан, строение? Блин, я, наверное, не услышала. Угу. Ой, смотри в окнах, смотри, 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 как театр как бы. Ну не театр, а вот, смотри, радиация, видишь? Классно, Наташ, ну ты снова заметила, прикольно. Что же такое такое? Как бы для чего? Наверное, дом-театр. А это не привидение, я не ходят там, а то мне же что-то это... Прикольно. Классно. А интересно, ты заметила? В смысле, ну я... Или просто еще люди, кто-то еще с площади наблюдает? Просто, не мне кажется, это как такое представление, но никто не наблюдает, все просто идут. Не знаю. Никто этот театр не замечает. Ну, может, они знают. Прикольно. Да. Вот Наташа дает. Поставьте лайк, Наташа, ну, все увидит. Ох ты! Посмотри, они там сидят сейчас. Это бал. Это бал. А вот две женщины тоже заметили, кстати. Прям бал на Вроцлавской площади. На площади рынок. Так, ладно, давайте фонтан посмотрим уже. Красота. Детям очень большое наслаждение. Я вам скажу, что жарко. Очень жарко. А ты разбежись и сразу между, Наташа. Давайте я обойду, покажу вам. Дякую. Спасибо. Люди приятные вообще. А ну. А? Не, мне не надо. Мне нормально. Чувствую, скоро кофточку одену. А вот такой Вроцлав интересный. Ой, фонтаны, красота. Чувствуете эту воду, когда жарко? И так эта вода, она охлаждает, уже вы к ней подошли. Кстати, люди приятные вообще. Мужик там помахал. Я навела камеру, он снова помахал. Показал, окей. Вообще приятно. Ну, сейчас нам классно. О, кто-то купается даже. Ну правильно, что, можно покупаться. Так, а ну давайте. Бал.
Не, люди некоторые смотрят некоторые, ага. Ну, красиво, слушайте, такое выдумать. Красота. Ну, такой Вроцлав вечерний уже очень даже интересный. Ну, и не помню, это, наверное, выход какой-то. Не, мы здесь не проходили. Чего выход? Это одна из улочек. Мы вот там вот шли? Нет, здесь мы не шли, еще не гуляли. Интересно. Ну, вот такой он, Вроцлав вечерний. Все-таки интересный. Да, интересный. Наш флаг. Ну что, друзья, ну вот такое Вроцлав вечера, небольшое видео. Ставьте лайки, пишите комменты. Просто классный город. Мы были в нем всего один день пока. Уже, наверное, очень его ждем. Да? Что-то есть, что-то в нем есть. Очень сказочное и волшебное. Все, всем пока. Пока. Дайте мне.